похорошел за годы девятой пятилетки чувашский рабочий город Канаш. Канашский завод автомобильных запасных частей – крупное отраслевое предприятие, оснащенное современной техникой. Около 30 наименований узлов и деталей для автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ, тракторов К-700 изготавливают здесь. Девятая пятилетка. В первом ее году завод выпустил продукции на 2,5 миллиона рублей, а в завершающем – на 14,5. Шестикратный рост. Один из лучших на заводе – участок механосборочного цеха номер 2, где старшим мастером Николай Михайлович Златоустов. Возглавляемый им коллектив, встав на трудовую вахту в честь 25-го съезда КПСС, выполнил двухмесячный план ко дню открытия съезда. Достойно вступает коллектив завода в 10-ю пятилетку – пятилетку качества. Все изделия, выпускаемые предприятием, имеют оценку не ниже первой категории. Знаменательно, что с первых дней 10-й пятилетки развернулось всенародное социалистическое соревнование под лозунгом «Повышать эффективность производства и качество работы во имя дальнейшего роста экономики и народного благосостояния». Эти слова Леонида Ильича Брежнева прозвучали в отчетном докладе 25-му съезду КПСС. Ешкаролинский инструментальный завод. Участок изготовления метчиков для резьбы возглавляет мастер Владимир Васильевич Средин. В наших киножурналах мы уже рассказывали о почине рабочих коллективов Республик Поволжья 25-му съезду 25 ударных декад. Коллектив участка одним из первых на заводе подхватил этот почин. И слово рабочих не разошлось с делом. Успешно завершена пятилетка, а 23 февраля двухмесячный план был выполнен. Галя Журавлева и Маргарита Георгиевна Николаева. Бывшая ученица и мастер-наставник. Идет соревнование. На участке в социалистическом соревновании участвуют все, и ежедневная норма выполняется на 140-170%. В отчетном докладе съезду сказано также: «Все мы радуемся тому, какие глубокие корни пустили ленинские идеи социалистического соревнования. Мы гордимся тем, что в авангарде соревнования идут коммунисты».